Поймал тут курву, еле, блядь, словил его. Да? За кустами. Ложи, сейчас ногами упремся и вырубим. Да он сейчас битуха. Который вон там дерево въебался, когда понял? Да. Зацеп просто больше. Блять, сама зацеп как-то не турбить надо. Побил что-нибудь? Нет. Точно? Точно ничего? Все нормально, подожди. У меня туда была, попала на соревых нога, вот сюда вот. Я падаю, думаю, блядь, хоть бы никуда не влететь. Я не знаю, как дерево пролетело, вот это, серьезно. Все нормально, Русел? Да, все, ничего все четко, все четко. Проверь, тут газ, все работает. А вы с собой? Все хорошо. Это Кирюха, блядь, профи тут просто. Не-не-не-не-не. Ему не имется. Быстрее, быстрее, давай, дай пропустить. Да. Как ты говоришь? Я заснял. Что, нет провода? От кнопки не придет. Кирилл меня обгонял, въебал, мы там, блядь, свалились просто, на видео записано. А ты так все залезли? Да. Ну как? Спокойно, занято здесь. А она от пайки отвалилась или? Тут, бля, или один от пайки, второй оторвался. А? Один от пайки, второй оторвался. Закатались, бля, да? Ну, у тебя реакция хорошая, когда на тебя конь такой валится. Быстро убегаешь. Показывай. Сейчас пойду. Самое. Красота! А где остальные? Вот, ты клемма отломалась, аккумулятор, болтик, понял? Поднялся игрушку на... Да, мы под ливнем, о, кайфово. А мы с Васей тоже катались. Мы сидели при...
блядь, пиздец. Вот это кадр, спасибо. Дурные люди. Четко. На корнях на этих, бля, я так летел. Ему выпрыгну нахер. Yeah.
вот там было бревно на соревах, но там оно еще уебалось хуевое. То есть его не перепрыгнуть. И там влево переставка есть. Выпрыгиваешь, и тут, блядь, опять надо было. Сейчас я новый прикрою.